свою отбери. Одна. Лежит, меня дожидается. Девять килограмм. Да не та. А нет, вот пять, вот. Я лохушка и стрелка вниз. Вот она, вот это. Ой. Всем привет из около Московья. Я в Люберцах. В дневных, наконец-то, Люберцах. Смотрите, какие здесь кашпо красивые висят. Я так предполагаю, что я в самом центре. Да, вот Октябрьский проспект. Он является центральным проспектом. Я уже съездила в Икею. Я купила себе напольную вешалку. Ну вот, не знаю, захотелось мне себя порадовать. Я, конечно, понимаю, что в ремонте мы еще далеки. Смотрите, какая надпись красивая. Люберцы. И часики так висят. Красиво. Обожаю вообще кованые вещи. У меня прям любовь-любовь. Время 14:01. Я съездила, сделала свои дела в Люберцах, закупилась в Атаке. Атака — это такой, ну, кто не знает, у нас магазин а-ля маленький Ашан, скажем так. Я сознательно не пошла в Меги в Ашан, потому что это было бы дольше, поэтому я схватила свою вешалку быстренько напольную и потом уже сбежала в Ашан. Так, здесь такой ужасный светофор длительный. А я выехала, думаю, надо хотя бы... О, смотрите, как реклама «Двигатель торговли». Бедный мужчина носит на себе вот эту... Я даже не знаю, что он рекламирует. Мне не видно. Девушка. С ним ходит, ведь листовки раздают. Скупка. Золото, что ли? Чего они там скупают? Вот вам, пожалуйста, человек-бутерброд. Так, поехали. Я еду прямо. Должна быть... А, нет, все. Все, я еду прямо, я пересекаю Октябрьский проспект. Еду я в сторону дома уже. Видите? Нет, Люберцы мне нравятся. Вот нравится мне этот город. Знаете, бывают такие городки маленькие, вроде все нормально, но вот вообще не лежит душа. А вот Люберцы мне нравятся. Смотрите, какое здание интересное. Там написано «Кафе Дюшес». Вот
вот с этой стороны вот такое вот под аренду большое здание. Там гимнастика. Цветы, смотрите, какие красивые. Так, едем. Едем же. Милые, едем. Едем, едем. Сегодня мысли вообще просто. Они как бы начинаются, а потом прекращаются. То есть у меня мысль застревает в пути. Я на самом деле пыталась разворот свой найти, съезд в нужном направлении по Люберцам. Я три круга сделала. Хорошо, пробок нету. И только потом до меня доперло, что мне на мост надо. Я под мостом кручусь. В общем, у меня что-то сегодня... Как-то тяжко происходит все, какое-то заторможенное, даже не знаю, что, как это выразить, ведь даже мысли не могу нормально выразить. Так, 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 ага, все, и я выезжаю на Новорязанку. Все, это то, что мне надо. Тут, правда, гайцы стоят, я не очень понимаю, чего они тут стоят. Мальчик, наверное, вообще много сегодня на дороге ДПС. Вот как-то погода хорошая, они пользуются. Так, все, и мы, все, я выезжаю сейчас на Новорязанку уже в сторону. Эти байкеры. Байкеры, боже, мотоцикл. Я, честно говоря, хотел вспомнить, сколько раз я катался, но, наверное, раза... Ну как, тут сколько раз-то я не могу посчитать. У меня, когда мы с мужем познакомились, был мотоцикл. Вообще далекой молодости. А потом он его, правда, продал. Вот я с ним каталась, когда приезжала. И еще у меня был небольшой Роман. Тоже был молодой человек на мотоцикле, тоже мы с ним какое-то время катались. Поэтому мотоциклы — это круто, но, блин, так страшно. Страшно, и смертность большая, да и уже и возраст, и комплекция уже не позволяет мне, наверное, кататься на мотоцикле. Так, все, я поворачиваю на свое шоссе и доеду, тогда покажу вам покупки. Едем, все, едем уже по Новорязанскому шоссе. Еще немножко и будем дома. Я хотела сказать, почему я люблю Икею. Я не так часто в ней бываю, но я считаю, что у них хорошая мебель. Несмотря на то, что она действительно сделана, может быть, не всегда из дорогих материалов, да даже никогда из дорогих материалов она не сделана, потому что это мебель эконом-класса. Но мебель качественная, и у них потрясающие идеи. Просто потрясающие идеи. Кроме того, мне, не знаю, мне импонирует такой стиль в мебели, когда все просто лаконично, никаких вензелей, всяких, не знаю, ненужных вещей. В общем, мне нравятся мебель Икеи, и люди, которые ее покупают, я, как правило, даже как мои знакомые, я всегда спустя время спрашиваю, как вот та модель, да, те, которые я присмотрела, например, для нашей квартиры. Я всегда задаю вопросы, и вы знаете, ни разу ни один человек мне еще не сказал, что у меня там стеллаж сломался, у меня там потрескалось что-то. Ну, может быть, конечно, еще прошли не десятилетия, но вот одни знакомые года 4 назад купили, другие 1,5 года, и ни у кого пока никаких нареканий нету. Это, ну, наверное, это
касалось бы каких-то конкретных моделей, но наверняка есть как бы и минусы, ну это просто такие вещи, что ну как без минусов. Всякое может быть, и сборка неправильно сделана, и какую-то деталь наверняка не ложи. Но, в принципе, в целом, я думаю, что я буду приобретать мебель именно там. По крайней мере, большую часть. Все, пробую просто. И еще мне очень нравится в IKEA то, что они... У них все для людей. У них даже сегодня на кассе, я зашла с другой стороны, с выхода, и там на кассе написано, вы можете зайти в магазин через любую кассу, через любую работающую кассу. То есть такая мелочь, да, то, что мне не надо там разворачиваться, искать где-то у них начало магазина и входить только с той стороны. Вот это такая мелочь, которая сделана для удобства людей. Смотрите, какая машина. Резко так перевернула камеру. Я никогда не была в Швеции, но учитывая то, что эта страна одна из самых комфортных для жизни, я могу сделать вывод, что что мне бы там понравилось. В общем, я люблю IKEA. Сегодня я купила себе, порадовала себя напольной вешалкой. Потом я соберу и покажу вам ее. Так, все, я въезжаю в Раменский район. Такая нахуй надпись мы проехали. Мне надо обогнать эту машину, потому что, блин, она медленно едет, а я когда снимаю, я тоже еду медленно и туплю. Потом остановился в Лирьянке. Не уследила, все капли вылезла. Теперь будет валяться. Чек на 728 рублей. Вот что я купила.